Расскажу вам кратенькую историю, поскольку сегодня день памяти усекновения Иоанна Крестителя, главы его. В одной из паломнической поездки в Иерусалим, где было обретение главы Иоанна Крестителя на Леонской горе, где ее захоронила служанка, домоуправительница, незаконно, я бы так сказал, супруги Ирода, Иродиада, она захоронила ее, эту голову, на Леонской горе. И вот в одной из паломнической поездки, где было обретение главы, одна из паломниц приложила их к тому месту, хотя не знала, потому что она опоздала, а гид уже все рассказал, где мы сейчас находимся, приложилась и славила Бога, говорила, что слава тебе, Боже, у меня все прошло. Ее когда спросили, что прошло, она еще плакала от радости. Он говорит, у меня 2 дня были голова, я думал, с ума сойду, а сейчас исцелилась. Потом ей, конечно, рассказали, что это за место. Но так Господь явил свое чудо через святаго пророка, притечи крестителя Иоанна. То есть есть и святые места, которые сугубо Богу угодны. Храни вас Господь и Царица Небесная. С Богом!